привет, зритель. Сейчас тебя ждет уход на июль. Этого 23-го года. И у меня тут получилось так, что я поняла, что у меня не все юзается в этом месяце, в июне. Плюс я часть была в деревне. Ну и может быть я смогу записать деревню уход того, что у меня сейчас есть деревня, но пока я в городе. И поэтому у меня, возможно, сегодня слегка меньше того, что обычно бывает на уход. Вот рука потянулась к крему. Крем от Верини и крем для ступней идеальный. Идеальный крем, вообще идеальный. Очень мне понравился, очень нравится. Это от сотрудничества с Вилинией. Если ты, допустим, раньше пользовался кремом от Грин Мамы, для охлаждающий крем от Грин Мамы, который года 3 или 4 назад как-то слегка изменился, по ощущениям, и еще что-то себе подобное, это вот крем от Феллини, профессиональная косметика, очень классная штука. Отдельное видео есть и плейлист с единственным видео, как выяснилось у меня. Ну да, как-то я плейлист создала, а видео оказалось одно. В общем, вот Феллини, классная косметика. Так, у меня тут, так как я все-таки часть месяца была в деревне, и он как-то экономично у меня юзался, поэтому он не закончился, и он не в пустых баночках, и я решила его и в следующем месяце использовать. Это Avon Senses апельсиновый твист. Гель для душа с ароматом апельсина и жасмина с натуральными экстрактами. Упаковка подходит для переработки. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Очень классный гель. Я чувствую там этот ароматик апельсина, жасмин. Я не ощущаю. Но в душе, может, там чуть-чуть совсем отдаленно как-то переплетается, но очень вкусно пахнет. Классный. Вот на лето самое то. У меня тут совсем чуть-чуть осталось, я туда даже воды добавляла фильтрованной немного, потому что он очень густой и трудно доставать. Это подарок от подписчика Сергея, холика-холика, гель алоэ 99%. Я им по большей части пользуюсь как протиралку для лица, но иногда вот какие-то там болячки от кошки, оставленные на коже ног рук, тоже им протираю, просто чтобы побыстрее зажили. Хорошая штучка, на лето вообще оптимально. У меня тут самопальный дезик... спрей на основе какого-то эфирного масла и воды, местами нефильтрованной. Вот сегодня там закончилось совсем чуть-чуть, я как-то торопилась и добавила уже тупо из-под крана теплой воды. Думала, поболтала, все то же самое. Это флакончик от Greenway, но на самом деле флакончик не очень качественный, там периодически... Ну, короче, не суть. В общем, там этот спрейчик не всегда срабатывает как надо. Ну, что есть, то есть. Так, может, я говорю быстро, у меня просто тут не очень много зарядки и не очень много времени. И аккумулятор у меня подзарядочный убран уже. У меня тут молочко, я сначала думала, нафиг мне его, потом намазалась. Где он тут? Подарок от подписчицы Лены из Франции, которая... Кико, Милана, кстати, на этот бальзамчик, точнее, блеск для губ. Ты можешь почитать мой отзыв на Арике, я снова стала писать отзывы. Ссылка, наверное, в инфобоксе. Кстати, в инфобокс надо скинуть будет по умолчанию в настройках ссылку на этот арик, потому что, наверное, ссылка на сам арик в основном идет сейчас на канале, в разделе канале. Короче, это вот прикольный бальзамчик, блеск, но для статичных видео, если. И после того, как я им сегодня намазалась, я поняла, что надо же будет чем-то смывать. И молочко для демакияжа пробиотическое от Пробиодерм от Бакздрав номер 42 для всех типов кожи и всех возрастов снова будет у меня в уходе, потому что оно очень классное. Так, и спасибо Бакздраву за его возможность, за сотрудничество, скажем. Скажем вот так. Да, вот фраза такая у меня что-то прицепилась ко мне. У меня тут бальзамчик корейский, отчил, или как его там, с... добавлением масла авокадо. Покупала на бьюти-патчах. Ну, сайт такой. Он как бы зеленый, он прозрачный. Ну, зеленый, но проявляется розовым. Если поярче намазать, то вот прям розовый-розовый. А если один раз провести, то просто увлажнение такое, легкий розовый там оттеночек. У него не очень качественная упаковка. Он треснула. Но он нормально увлажняет губы, я его буду юзать дальше. В качестве тупо бальзама увлажняющего у меня Avon Care 3 в 1 увлажняющий бальзам для губ. Увлажнение, уход, защита. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Очень мне нравятся такие бальзамчики от Avon. Спасибо тебе, Лёлечка, очень классный. Хорошо увлажняет, и он у меня сейчас таскается в рюкзаке, который, возможно, не видно, но он тут вот рядом лежит. Я просто в сад собираюсь там. Может быть, и смонтирую это же видео. Так, у меня тут кремик, который мне подарили сестры в прошлом году еще на 8
марта он был в наборе с мылом. Мыло закончилось давно кусковое, а вот от Орифлейма кремик еще стоит. Он у меня обычно стоит на компьютерном столе, и когда я там бываю, то мажу им ручки. Но так как у меня практически закончился, вот я уже крышечку сняла, чтобы остатки выдавливать, крем Ботовикос для рук, ногтей, локтей, пардон, коленей и пяток от подписчика Сергея. Я там остатки выдавливаю. Может быть, он потом... Он, наверное, будет потом в пустых баночках лета. То вот этим я тоже уже буду пользоваться. Более часто. Так, у меня тут зубная паста. Она немножко уменьшилась. Просто я думала сначала купить отдельную зубную пасту в деревню. А как-то все было ни с руки, ни с ноги. Ну, по магазинам шастать. В тех местах, где есть вот это, допустим. Вот эту же такую же купить. На Вайлдберрис тоже как-то, ну... Ни с руки, ни с ноги было. Мне хотелось просто небольшой флакончик, при этом бюджет настоящий. Эту я покупала еще за 50 рублей, тут 100 миллилитров. Я просто от нее отложила в одну емкость и отправила в деревню с вещами вместе. И вот зубная паста, вот это у меня красная цена. Защита от кариеса, укрепляет эмаль зубов, предотвращает развитие кариеса. Она у меня здесь будет на уход в июле, и часть нее будет также... на уход в деревню. Вот эта пена для ванн очень шикарная. Спасибо Полине. Комплимент Naturalis. Пена для ванн противопростудная. Малина и эвкалипт 500 мл. Еще есть. Я недавно ее принимала. Как раз тут ехала из Выдр. И получилось так, что ехала в Выдр. На полпути пошел небольшой дождик. А обратно уже так вот где-то в час начался дождик. И, судя по всему, собирался быть до ночи. Как бы, может, и можно было бы переночевать, допустим, в Выдрах. Но как бы я хочу там переночевать, специально вот как-то, а не вот так вот с бухты-барахты. И так как дождь этот шел потом еще и на следующий день полдня, то, в принципе, выбора не было. Я поехала в плаще бабушки, хотя все равно он промок нас насквозь, хоть и вроде как противодождя. Но самое интересное, что у меня рюкзачок не весь промок. Я приехала, как бы замерзла, не замерзла, не то чтобы холодно было, было как-то и не холодно, но на профилактике ради я сделала, вот у меня был как бы вариант сделать ванну с пеной, как раз с этой пеной, и вот благодаря ей я не простудилась. Плюс я собиралась весь этот приезд сделать ванну, все как-то не с руки, а тут то и повод был. В общем, вот эта пена для ванн шикарная, очень хорошая, экономичная, она мне будет использоваться и в следующем месяце. Спасибо, Полине. Это снова от Велинии. А третья часть, вот от Велинии, у меня там была еще сыворотка, но я сывороткой в этом месяце не пользовала практически. Она для меня немножко все-таки тяжеловата, когда очень сильная жара. И у меня будет другая сыворотка. Это шампунь с березовым дегтем и экстрактом крапивы 330 мл. Буквально одно нажатие и отлично промывает волосы. Очень хороший, классный. И березовым дегтем практически не пахнет. Очень тонкий аромат, если вот вы ищете что-то такое, или вам наоборот нравится вот этот. Хороший шампунь очень для всех типов волос. Так, у меня тут мыло. Тоже от подписчицы Лёрички. Avon Senses, лавандовое спокойствие, жидкое мыло для рук с ароматом цветущей лаванды и мускуса. Я чувствую только лаванду, не знаю, как мускус пахнет. Может, он как-то похоже пахнет. Хорошее, очень экономичное мыло. Одна вот капелька буквально. И все отлично. Так, у меня тут пенка для умывания, коллаген. Это от моего сотрудничества с аптекой «Апрель». Очень хорошая, классная пенка. Кожу не стягивает, ощущение чистоты и очень классная. Мне нравится. Так, смогу посоветовать. Крем еще есть, но он у меня как-то в уходе не случился по большей части в этот месяц, поэтому я думаю оставить пока тут вот эти полтора крема. У меня тут еще есть бальзамчик, я иногда им пользуюсь. Это Beauty Visage, бальзам для губ, коллагеновый, от подписчика Сергея. Хороший бальзамчик, единственное, очень плотно наносится, тяжело. И даже когда вот жаркая погода, он какой-то, я не знаю, с чего он сделан. Потому что вот, допустим, эйвоновский бальзамчик, да любой другой бальзамчик или помадка, они становятся мягкими и более мягко накладываются на губы. Даже те, которые вот, бывают такие губные помады, которые требуют для себя... увлажнение под, на бальзам наносить, когда тепло, они становятся более мягкие и удобнее накладывать. Этот какой-то очень странный. У меня тут сыворотка NovaSweet для лица и шеи ночная, но я ее использую для лица только. Это подарок от подписчицы Полины.
Хорошая штука, в общем, когда вспоминаю, тогда пользуюсь. Ну, в смысле, ее надо 2 раза в неделю, у меня чаще получается 1 раз в неделю. И сыворотка, которую я недавно для себя нашла, открыла на Wildberries, купила. Есть отдельное видео, для нее очень классно, мне очень понравилось. Лалиф Натур номер 1-3-4D гиалуроновая кислота. Сыворотка для тотального увлажнения лица. 4 вида гиалуроновой кислоты. Витамин С, пантенол, водные гидролаты, брусники, ялгаи, алгаи. Это внезапно водоросль. Пахнет для меня легким эриснуаром. Реально. Она жиденькая, как водичка, отдельная оду. Можете глянуть в видео, которое недавно выкладывала на канал. И мне подписчица одна писала, что... Ну, что я как-то не так пользуюсь и надо все равно кремом, я не знаю, может, у нее мнение такое, что вот только ее мнение важное. Но для себя я вот искала по описанию именно сыворотку, которую можно использовать саму по себе. Ну, сначала пенкой умылся, да, каким-то средством для умывания, а потом ее нанес утром и вечером. И в течение, ну, минимальный, в общем, как бы срок пользования, 2 раза в день в течение 10-14 дней, потом можно сделать перерыв. Как бы лечебная такая вещь, увлажняет. И мне она вот как раз очень помогает с этими кусочками кожи сухие, которые у меня бывают, когда у меня плохой сон, допустим. И, в общем, для меня это реально такая находка, открытие на лето идеальная вещь. Ну, если вы любите пользоваться потом кремом, да, ее, кстати, можно использовать как основу под макияж. Ну, мажьте лицо кремом, кому это хочется. Мне вот именно сыворотка нужна была. Так, и у меня, может быть, будет какая-нибудь масочка. Я просто сейчас покажу, она как бы будет пустой баночкой, чтобы не открывать коробочку. Я не знаю, какую я использую, но у меня есть баночки, которые я сама покупала, которые дарили вы, девочки, дорогие мои подписчицы, спасибо вам за это. И, возможно, какую-то я использую. Эту я использовала, как только приехала вот из деревни, у меня была кожа очень сухая, и мне нужно было увлажнение в срочном порядке. Вот хорошая, у меня, по-моему, таких две, и вот там еще одна есть. Пахнет, кстати, этим цитрусовым лимонадом каким-то, очень прикольное. Освежающий такой эффект. Ну и все, это вот мой весь уход на июль, пардон. И следующее видео будет посвящено моим парфюмам, которые будут совсем немножко. Всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, то можете это сделать, я буду вам очень благодарна. И как бы... Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Нажимайте на колокольчик, вам придут уведомления о новых видео. Бывают шорты, бывают просто видео. Иногда я провожу стримы. И что еще? Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комменты, поставлю сердечко. Всем пока!